коленки, коленки, коленка моя, все же ягода малинка. Помогай, дай кассету, вступление и калинка на чистую кассету. Сделай паузу. Все, пошли все за кулисы на вступление. Так, все, короче. Тише, Сергей, оглушите.
три, четыре встали. И thank you.
Наши путешественники в Западную Европу, артисты ансамбля танца «Енисейские зори» и музыканты группы «Weekend» продолжают очаровывать своими впечатлениями о Франции. И сегодняшний видеорассказ «Отдых в Альпах». Три счастливых ноябрьских дня, проведенных наедине с заснеженными елями, среди этих завораживающих пейзажей. Это настоящая душина для истосковавшегося по родине сибиряка. С этих высот Гренобль как на ладони. В 68-м году там проходила Олимпиада. Вот очень, очень красивые места. Мы жили прямо над самим городом, на горах. Сколько там метров, ты не помнишь? Было? Там больше 2 километров. И поднимаешься по серпантину, поднимаешься. Начинают закладывать в ушах, смена давления. Поднимаешься за облака, облака остаются внизу. А наверху светит солнце постоянно. То есть там редко, когда высотные тучи какие-то там проходят. Постоянное солнце и шикарный, обалденный вид. Я в жизни такое представить не мог. Комплексы уютных коттеджей, гостиниц, лыжные трамплины сохранились здесь со времен Олимпиады и стали местом отдыха для туристов и самих французов. Кстати, отдых здесь, скажем, на выходные дни, весьма недорог, а в некоторых кемпингах для детей бесплатный. Экзотические контрасты, прогулка на лыжах и загар под альпийским солнцем. Наши артисты времени даром не тратили, скрасив пейзаж этой снежной бабой. Что поделать, ностальгия, хотя на самом деле восторг от увиденного и самые приятные воспоминания. О, а это уже аквабульвар в Париже, но об этом в другой раз. Вот, где домики стоят, машинки, где-то красивый вид какой-то.
Смотри, вот так вот, смотри, все, вот, вот смотри так. Машины. Под елками, главное так, под елками лето, а около елок зима уже. И вот эти вот все вот домики, горки уже просвечивают, горки погляди. Только медленно. Вон так гора. А где вот крики, смотрите, это кто-то катается, наверное. Конечно, на лыжах катается. Сашка, а здесь нет, ты отключи там. Ну я поняла, поняла. Обалдеть! Где мы сидели-то? Это там ребятишки живут. Так вот темно делать. Кому покажу, кто тебе покажет? Здесь Димка. А что за он попросил? Кому смысл? Маленько. Ой, смелико, а? Жизнь неправильная. Чтобы здесь играли ножницы. А? Я? Да? Ну, я тут тоже не хочу. А, это мы находимся в Альпах, где проходил Суворов свои матчи в горах. Сейчас мы пойдем смотреть бабу. Сейчас проходим мы. Да. Вот здесь мы живем. Который год. Подряд. На третьем этаже. Вид. Покажи, Серега, вид. Пойдем все. Тусовка. Все. Да. Вот тут мы будем спать. Да, сегодня вечером. Нам хорошо. Человек. Все. Все. Ну. Я вот это. Это сюда одна забрал. Так, отойди, Серёга. А там чума. Там Суворов переходил через Альпы. Со всем войском. Сумасшедший человек.
Это лягушки самые настоящие. Может, ты понял, кто мы? Хорошо, что ваква. Женя, дай хлеба, а? Давай, ты мешаешь. Давай, приступай ты, Сергей. Серега, есть фотоаппарат? Ой, там. Сергей, где твоя порция? Вот лягушек. Давай, бери. Сейчас. Вилка где твоя? Давай ложки бери. Я могу рукой. Вы не могли бы уже дать? Давай, давай. Я сейчас начну есть. Руками не махай. Я для себя в стене вам выходит. Как рыба. Ничего. Сладкое? Нет, честно. Честно, не жалко, посмотри. Ты у? Ты пишешь? Hommage français pour la caméra russe de nos amis. Roquefort. Après, après, aide-moi. Roquefort. Aide-moi, aide-moi, qu'est-ce que c'est ça? Morbier. Blessez-vous en Italie. Там до сих пор. Не знаю. Да я вас за работу снимаю. Я буду делать ноги. Костя, в объектив ком снега. Щеки, щеки. Щеки, мужики. Нарисованы щеки. Серега. Да подожди, я персик не сделаю. Подождите. Щеки делаю. Здесь все дерево. Мужиков, щеки. Это все. Наращивает и наращивает. Должно быть заодно. Это же обычно стали начинает. Да как же? Я не знаю, что ли вы думаете. Я не знаю, какой натуры ты лепишь. Нормально. Так
как профиль, как оно будет хорошо. Так, животик нужно сделать уже. Животик надо сделать, смотрите. Сереж, так ножницы не потерять, это мы на так уйдем. Вот здесь. Нарасти. И пупочек сделаем потом. Родинка, родинка получит. А, родинка. Ну, клин. Чего? Улыбается же. Ну, там не знаю, что по диагонали у него. Давай мне ножницы. Вот эти вот этот мать. Прямо вот эти впереди. Вот попробуй. Зубы вырежи. Зубы вырежи. Животик, животик, животик. Лучше. Это что, это верхняя или нижняя? Да. Нижняя. Вот здесь что-то не то. Не то. Да вот тут этот звук уже убирать надо, уже делать надо. Подожди. Ну, вот это вот так вот. Заработано. Как она? Достали. Старый. Мощный. А нет, как тебя никто не будет, что? Нормально. Ну, я же у меня такой размер, но я же против спать. Септики от этого. Мужиков и бабы я делаю. Да, Паша. Какой размер, Серега? Тебя не хватает тут. Уши надо вырезать. Сделай ее уши, Паша. Ну. Серега, ты там где-то застрял. А он занял. Пойдем, фотографируй эту компанию. Ясно, солнышко. Пожалуйста, это снежная женщина. Я хочу прыгать. Но не надо моя. Лена, Елагина. Подожди, отойди. Саша, Шура. Саша. О, подожди. Давай, давай. Объектив-то открыть. Так, подождите, отойдите. Отойдите. Что ты руками-то трясешь, а, если вот так и получится? Он в работе. Винька, и тебе это самое интересное. Я тебе тоже буду просто жду. Вот, вот так вот надо, да. Родинка, ты как с этой стороны поразил и сделал направо. Это вид сверху на город Гренобль, в котором мы сейчас находимся.
Пистолет
какое-то изображение человека, да. А руки трясутся? Нет? Сейчас мы находимся на высоте 2250 метров. Ну ты вошел в самую тень. Короче, метров. А... Он сидел в Риоте. Под нами город Гренобль. Где еще можно лучше отдохнуть, чем здесь? Место с Кишангус. Есть! Подойди, подойди. Ну, да, как мне теперь развернуться? Развернуться-то? Что я буду? Задом, что ли? Как это, как какалка, Лена. Как какалка. Алка, знаешь, что это? Какалка. Я иду! Алка, иду! Пусть снять! Вот чуть-чуть пониже. Мерси. Угу. Меня один застрепает. Кого? Ай, здорово! Las Vegas. Pour l'hébergeur, c'est fermé jusqu'au 2. Las Vegas in the mountain. Yeah. There are the three girls which came so hard. Qu'est-ce qu'il fait? C'est en plein délire. J'adore. Et tu sais, quelque chose que vous m'avez appris. Oh, c'est chiant. Quand tu veux ne pas délirer après moi, après avoir vu Zina. Es-tu aux caméras? C'est à toi? Oui.
Je m'achetais un ordre électronique quand je serai à la retraite. Et je vais faire des publicités comme ça, je vais en faire trois par jour. Ça, je t'en fais trois par jour. Moi aussi, je peux t'en faire trois par jour. Pour aller comme ça, c'est mieux. Tu vas toujours aller faire chez moi. J'adore. Thank you.
папа Гильберта. Он прочтет и модный, и очень популярный. Наши синагоги отгадят. А ну-ка подари Гильберта, старенького деда. Он прочтет и модный, и очень популярный. Наши синагоги отгадят. У нас пощады не проси. Кто-то и на луну не голосит. А лучше вспомни ту малину, Ванькину картину, где у нас с тобой не кинул. Точно на витрину, ваши мысли не резину. Я прощаюсь, все кончаюсь, ребят. А лучше вспомни ту малину, Ванькину картину, где у нас с тобой не кинул. Кончай я тебя. Гоп, стоп, мы подошли из-за угла. Гоп, стоп, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Глядом блядь, звезды, посмотри на это небо. Видишь, это все последний раз. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Пятна, блядь, вперед, посмотри на это небо. Видишь, это все в последний раз. S'il chante Ochivoron, tu le prends en entier. Hein. Ah, t'es dégueulasse!